Привет, ты на канале «Правильный выбор», и в этом ролике я расскажу о телевизоре Samsung из серии QN85C с диагональю 85 дюймов. При установке на подставку телевизор имеет следующие габариты: 189,2 см в ширину, 108,1 в высоту и 2,7 в толщину. При этом он будет весить 42,7 кг, а также предусмотрен настенный монтаж. Для этого понадобится VESA кронштейн размером 60 на 40 см. Фантастически тонкий дизайн вашего телевизора гармонично вписывается в окружающее пространство. Благодаря панели солнечных элементов, расположенной на обратной стороне пульта дистанционного управления, вы можете заряжать ее светом внешнего освещения, и вам не нужно использовать одноразовые батарейки, поскольку они наносят вред окружающей среде. Если ты рассматриваешь покупку этого телевизора, то обязательно загляни в описание под видео. Там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит приобрести телевизор с максимальной выгодой. Телевизор оснащен 4К дисплеем с диагональю 85 дюймов. Частота обновления экрана может достигать 120 Гц. Матрица изготовлена по технологии VA и имеет подсветку мини-LED, а глубина цвета составляет 10 бит. Усовершенствованная технология Quantum Matrix точно управляет миниатюрными светодиодами Quantum Mini-LED. Благодаря ультраточному управлению подсветкой зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах. Мощный апскейлинг до 4К на базе технологии искусственного интеллекта обеспечит просмотр любимого контента в качестве 4К. Точные насыщенные цвета, оптимизированное качество изображения в каждой сцене в формате 4К. Каждый нюанс изображения оживет на экране с технологией Neo Quantum HDR+. Технология Real Depth Enhancer обрабатывает глубину изображения так же, как человеческий глаз. Увеличивает контрастность объектов переднего плана. Это первый в мире телевизор, получивший сертификацию от компании Pantone, самого известного авторитета в области сертификации цвета. Теперь вы можете наслаждаться более реалистичным и комфортным для глаз изображением. Режим Eye Comfort автоматически регулирует яркость и цвета объектов на экране после захода солнца, что снимает усталость и напряжение глаз. Преобразование SDR-контента со стандартным динамическим диапазоном в HDR-контент с расширенным динамическим диапазоном осуществляется с помощью алгоритмов глубокого обучения, которые повышают яркость сцены, улучшают детализацию и цветопередачу изображения. Оцените четкость и плавность изображения. Функция Motion Accelerator автоматически оценивает несоответствие частоты кадров источника контента с частотой обновления изображения телевизора, что позволяет устранить эффект дрожания картинки. Использование технологии AMD FreeSync позволяет снизить эффекты торможения и разрыва изображения. Телевизоры, сертифицированные по технологии AMD FreeSync Premium Pro, поддерживают игровой режим с HDR. Телевизор имеет 4 динамика с общей выходной мощностью 60 Вт. Систему домашнего кинотеатра или саундбар можно подключить к телевизору через оптический аудиовыход или с помощью кабеля HDMI. Верхнеканальные динамики Samsung создают многомерный объемный звук и обеспечивают максимально реалистичное погружение в происходящее на экране. Уникальная технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, без отключения ТВ-динамиков, что обеспечивает более гармоничное звуковое сопровождение. Сопровождение изображения. Телевизор работает под управлением операционной системы Tizen. Она поддерживает множество сервисов для просмотра фильмов и сериалов. Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, любимых программ или игр. Многоуровневое решение безопасности Samsung Knox защитит ваши данные, включая пин-коды и пароли. Под защитой будут и умные устройства, подключенные к вашему телевизору. Регулярные обновления помогут и в дальнейшем защитить ваш ТВ от вредоносных атак. Наслаждайтесь просмотром, а об остальном позаботится умный помощник. Приложение SmartThings может легко подключаться к смарт-устройствам, отслеживать и контролировать их, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление умным домом через встроенный хаб. На этом все. Напоминаю, что в описании под видео находятся ссылки на магазины и скидочный промокод. В комментариях можешь делиться мнением насчет этой модели, а если хочешь больше обзоров на телевизоры, то подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч!